Майские лазертаг-маневры. Как много скрыто в этих словах для всех бойцов, использующих оборудование, совместимое с международным протоколом Miles 2. Игровой сценарий, рассчитанный на несколько дней. Условия, максимально приближенные к военным. Старые друзья и новые знакомства. Это и есть МЛТ. «Назад в Мокшин» — такое негласное название некоторые участники дали маневрам, прошедшим в Тверской области с 1 по 3 мая. Около 320 бойцов из разных уголков России и зарубежья разделились на два противоборствующих лагеря. Кто-то отдал предпочтение Южной Республике, кто-то вступил в армию Северной Конфедерации. А полигон Мокшина на 3 дня превратился в город Мок. Стартовали маневры с турнира в специально отстроенном пистолетном форте. Там участники могли довести до совершенства командное взаимодействие и опробовать на практике предложенные организаторами настройки. Официальный зачет данный турнир не входил, но это никак не повлияло на стремление завоевать первое место. И мы поздравляем команду «Скифы» с безоговорочной победой. 2 и 3 мая бой приняли основные силы севера и юга. Под руководством генералов, которые впервые были избраны из числа организаторов, участники приступили к выполнению поставленных задач. Неприятные погодные условия не испугали закаленных лазертаг бойцов. Раз за разом они под проливным дождем штурмовали неприятельские позиции, захватывали флаги, отбивали здания, погибали, конечно же, виртуально, возвращались на базу и, воскреснув, снова шли в бой. Это огромный полигон, достаточно большое пространство для побегать, пострелять. Контакт идет достаточно постоянный. Все супер.
Это пока самое лучшее мероприятие, которое я принимал участие. Люди приехали за удовольствием, получают удовольствие, значит, все удалось, играют. Здесь можно составить список проживания, еда, транспорт, все-все-все и ставить баллы. По подавляющему большинству позиций это все 10 баллов. Удалось создать такую хорошую мастер-группу, которая способна делать качественные мероприятия. Даже ночью боевые действия не прекращались. Ложись! Второй этаж! Трое суток пролетело незаметно. Все остались довольны манерами, и мы с нетерпением будем ждать следующего года, чтобы вновь собраться большой дружной компанией на майском лазертаг-турнире 2016 года. Я бы отсюда не уезжал еще денька три на самом деле, потому что постоянный адреналин, постоянная движуха, постоянная динамика, то синие волной, то мы красные. Ну, красные, конечно, летят, как фанера над Парижем пока, но от этого не становится менее интересным.